Проверку комиссия начинает в подвале здания. Основная проблема здесь – неработающая система вентиляции. Оборудование меняли 5 лет назад. Одна установка проработала всего год. Вторая не подключена до сих пор. На ремонт требуется порядка 200 тысяч рублей. Депутаты обещают помочь решить эту проблему. Это оборудование поставлено, было недофинансировано именно по подключению. Вот сейчас мы с этим вопросом будем разбираться, вот, смотреть, что скажет департамент образования и что скажет департамент градостроительства, который занимался этими работами в свое время. В целом лицей оснащен всеми необходимыми средствами безопасности и жизни учеников, а здесь их 980, ничего не угрожает. Установлены камеры видеонаблюдения, есть система оповещения, план эвакуации детей в случае пожара. Но требования надзорных органов меняются. То оборудование, которое установлено 10 лет назад, скоро нужно будет менять. Улучшать всегда нужно, да? Мы поддерживаем, стараемся поддерживать в том состоянии, в рабочем все. Нужно на крыльце пандус сделать, и крыльцо. Это опять требования новые. На это тоже нужно будет выделение средств. Такие проверки депутаты проведут и в других школах во всех районах города. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков. События.